И всем привет, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, Кунька Престус, как всегда на моем канале. И мы вновь погружаемся в пучину трейда. Снова смешные трейды, скам-трейды, тупые трейды и так далее и тому подобное. Ну, давайте посмотрим. Первый трейд 15 тысяч на 15 тысяч, грубо говоря. Естественно, такое мне не интересно. Мне не интересен медвежий поношенный. Я уже говорил свое мнение о поношенных и немного поношенных. Следующий трейд. Чувак просит себе порядка 6 тысяч реалов плюс, дабы... Ну да, вот здесь цены по Steam другие, но просит он себе 6 тысяч реалов плюс. Не знаю, может из-за бага Steam, из-за того, что там как-то криво переводится. Не знаю, честно. Вот, но суть в том, что человек просит себе 6 тысяч реалов плюс. Я ему делал другое предложение, он сделал снова предложение. Ну, короче, давай, гуляй. Удачи тебе в твоем трейдинге. Следующий трейд, опять же, мне в минус 2 раза. Кстати, надо будет добавить черный список. Следующий трейд, ну, это скам трейд, тут даже обсуждать нечего. Естественно, также добавлен в черный список. Следующий челик говорит: надеюсь, ты шутишь. Нет, я не шучу, ты реально хочешь поменять 33 на 32, с учетом того, что этот ножик стоит 1200 юаней, это 1300 юаней. Вот эта вот фигня, ну, 100 юаней не может стоить. Вот, и 100 юаней, это, ну, я считаю, по курсу 20, это 2000 рублей. 2000 рублей в плюс, реалом это слишком много. Тем более, один к одному, да, на. Если бы мне такое предложили, я бы принял. Ну, я имею в виду, нет, плюс 100 юаней. Следующий трейд, здесь также М-ка дороже этого ножа, поэтому, естественно, такое отклоняется. Следующий трейд, как я уже говорил, на дешевых ножах редкие флоты, такие как 0.16 на послеполевых, они не ценятся. Это, кстати, по поводу тех комментаторов, которые говорят, что здесь ничему не учат. Здесь учат, просто каждый раз рассказывать, когда вот так вот не подписано, я не вижу смысла. А так я рассказывал, конечно. Паракот — это довольно-таки дешевый ножик, вороненная сталь, поэтому на нем 0.16 не будет стоить так много. То же самое касается и АВП-боец, опять же, 0.11 это не редкий флот на немного поношенный, редкий это где-то до 0.9, опять же, зависит от скина, от того, какая раскраска. Вот, потому что, допустим, если мы возьмем кровавую паутину, у кровавой паутины, у многих кровавых паутин ограниченный флот рейндж, это, то есть, максимально чистый флот, и поэтому очень мало прямо с завода, и они стоят так много. Поэтому немного поношена кровавая паутина с 0.9 может стоить очень хороших денег даже. А если 0.7, то там вообще может быть все здорово. Опять же, зависит от ножа, насколько он ликвидный, насколько он востребовательный. Следующий трейд писал мне этот любитель понюхать своей мамке трусы в ЛС. Типа, прими трейд. И я ему сказал, нахрен мне себе в минус разменивать. На что началась всякая критика и так далее. Ну, ладно, это уже другое. Также челику я ответил то, что я не буду этот шир принимать. Опять же, людям почему-то обидно, когда я им говорю, что у них шир. Ну, не знаю, типа, что обидного тебе по факту сказать, что это мусор. Ширп — это равно мусор, типа того. Следующий трейд. Ну, здесь тоже минус 20 юаней, это 400 рублей реалом. Естественно, я такое принимать не буду. Это я еще не считал того, что здесь идет еще переплата за флот, потому что здесь, по-моему, 0.16 флот на послеполевых, там где-то 100 или 200 рублей реалом переплата. Следующий трейд, принимай. Ну, в общем, тут тоже обсуждать в принципе нечего. Чел просит себе, если вот это убрать, порядка 12 тысяч реалом. Естественно, я такого клоуна добавил в черный список, потому что, ну, камон, бродяга немного поношена, неликвидный нож на ликвидную бабочку. Прими, пожалуйста, трейд, получишь плюс рэп. Ну, чувак получил бан за это, а не плюс рэп. Опять же, тот же самый клоун, не вижу смысла комментировать. Он думает, что если он мне будет спамить, то я, естественно, приму трейд. Следующий трейд, опять же, также мне в минус. Не знаю, зачем люди такие вообще кидают предложения, типа... Ну, камон. То есть, это по Steam вин, ну и так вот 12 тысяч реалом человек плюсом все просит. Вот тут, понимаете, даже если это все посчитать в реал, здесь выходит 8 тысяч реалом все он просит плюс. Иди в жопу, как бы. И вот эта вот надпись, это я ему кидал встречное предложение на такой же минус 600 юаней. И написал ему, принимай. Если ты считаешь, что я должен принять на 600 юаней себе в минус, прими 3600 юаней себе в минус. Нет, не стал. Ну ладно, до свидания, клоун. Следующие тычки с буст ценой. Причем самое забавное, что они с буст ценой и в стиме, и на бафе. На бафе один всего лишь такой ножик продается. Ну, ножи, я не знаю, как правильно. В общем, Shadow Daggers продаются всего лишь одни за 8000 юаней. Ну, естественно, это рофл. Я посмотрел историю. Максимально там было 400 юаней. Этот ножик стоит 120 юаней. То есть 120 юаней чувак просит себе в плюс. Следующий трейд здесь обклеен чем-то хер по мечем. Опять же говорю, народ, если у вас вот такой инвентарь, даже не пытайтесь трейдиться, вы не поднимете свой нож. Не мечтайте об этом, не грезите себя надеждами. Следующее также, ну, кстати, не так же, здесь не будет цена, но суть в том, что
Он просит слишком себе до хрена. По-моему, я посчитал, что-то он 200 юаней, что ли, себе просит реалов плюс. 200 юаней это 4000 рублей. Этот трейд я не рассматривал по одной простой причине, то что чувак считает по дефолту. Я уже задолбался рассказывать, наверное, из видоса в видос, да и вы задолбались отслушать, то что калаш имеет редкий флот, стак наклейка. Одна наклейка стоит, ну, 100% одной наклейки, примерно около 2000 рублей. То есть это прям 2000 реалом, сюда сверху винда положишь, и за флот там, по-моему, что-то 600. В общем, от дефолтного калаша в реалы его отделяет 2600 реалом. 2600 реалом — это уже неплохая пушечка, извините меня. Больше трейдов никаких не пришло, выложил я объявление перед записью, думал, мало ли что-то интересное прилетит, но нет. Ну а на этом у меня сегодня все, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, если новые видео или стримы. Ну а с вами был, как всегда, Кунька, желаю всем хороших подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Всем удачи, народ!